Смотрите, вот у нас стена. Это ворота призывного пункта, да? И вот он мусор. Страшный, грязный, отвратительный мусор. Кто его сюда выбрасывает? Конечно же, люди. Вот вам фрутоняня. Сок, коробочка лежит, да? Значит, здесь с детьми гуляют. Дорогие родители, разве можно приучать к этому детей? Это же ужасно. Да в таких условиях тут не то, что коронавирус в мире. Тут мир нам может преподнести вообще непонятное и неизвестно что. Мир-то такого не хочет, он нам такого не желает. На фоне потрясающе красиво цветущей вишни вот такая грязь. Видите? Это за воротами призывного пункта. Неужели трудно здесь навести порядок?